И снова редиска «Плохой человек». В Петербурге снимают фильм «Джентльмены удачи 2». Полнометражная картина, ремейк культовой советской комедии. Вот только герои и шутки в ней новые. Авторские права на сценарий создателями был получен от Георгия Данелия. В главных ролях новой версии Сергей Безруков, Гоша Куценко и Антон Богданов. Съемки проходят весело, актеры постоянно импровизируют. Накануне одну из сцен снимали в Академии имени Штиглица. Кстати, нашей съемочной группе повезло, они засветились в большом метре. Репортаж Светланы Топилиной со съемочной площадки. 2:1, дубль 1. Первая сцена будущего фильма «Музей Петербурга». Кража доспехов Золотого воина, символа Казахстана. На разведку преступная группа отправляет Муху, он же Косой, он же Антон Богданов. Реальный пацан. Молодой хулиган внедряется в толпу журналистов. Кстати, мы все настоящие, не массовка. Приехали снимать сюжет и сами попали в полный метр. Сейчас естественно, ты станешь журналистом, так понимаю, да? Станешь нами. Здесь Магадан. Магадан. Так и будешь говорить Магадан? Да. Я хочу вам сделать сюрприз. Молодой аниматор детского центра Леша Трешкин, он же Сергей Безруков, оказывается двойником преступника Смайлика. Получил прозвище за привычку улыбаться перед тем, как убить. Абордаж! Абордаж! Чтобы узнать все подробности кражи из музея, подставной Смайлик попадает в тюрьму в Египте. Там у него вместе с мрачным шатуном Куценко и воришкой-оптимистом Мухой Богдановым начинается безумная череда приключений. Побег во время песчаной бури на диване паранджи. Помните, Юдин сипел? Он говорил, сипел. Он так говорил, но меня запретили сипеть, потому что это было бы пародией. Хотя я уловил этот характер. И потом, когда Сережа пришел на репетиции, мы пробовали с Безруковым Сергеем. И он предложил, сказал, попробуй позаикаться. Хмыренок. Хватит гнать. Насекомые. Может, я покемарю? Гаврил Петрович. Первые моменты самые, наверное, были какие-то трепетные. Во-первых, я сам без ума там и от Сережиных работ, и от Гошиных, и на «Маме не горюй» вообще я вырос. И поэтому, когда я первый раз с ними встретился, я говорю, как это, здорово, очень рад, очень рад. Девушка! В ремейке нет редисок, сарделек и сосисок. Нет и прежних шуток про памятник, который нельзя посадить. Все новое. Но съемочная группа не сомневается, что и этот фильм разберут на цитаты. Атмосфера потрясающая. Когда они все вместе собраны, это часто они снимаются ансамблем. Ну что, сидим хохочем, сидим за мониторами, зажимаем рот, чтобы не испортить чистый звук. Приготовились, подрелись. Сейчас ты съемка. Ну и, конечно же, мой поклон при встрече на экране. Светлана Топилина, Анна Иванова, Илья Лашевский, Елена Баранова. Последнее известие, Петербург.